Привет всем выжившим, и сразу хочу сказать, что если у вас есть какая-то предрасположенность к эпилепсии, то я не рекомендую вам смотреть этот ролик. Что ж, и как видите, мы сегодня будем играть Post Void. Игра немного напоминает Void Bastards, и это не потому, что у них похожее название, а также она напоминает игру под названием 13-й, ну, старая уже такая игра, с комиксной графикой, может быть, помните. В любом случае, она очень классная, очень динамичная, и я не представляю, как она меня вообще прошла. Но давайте посмотрим вместе. Так, опа-на, сразу, как я говорил, динамика в самом начале игры, господи, боже мой. Так, ладно, погоди. Минус пираньи какие-то головы, господи, Лавкрафта на вас нету. Так, ладно, ну, слушай, пока что у нас все очень даже неплохо. В прошлый раз я буквально на первом убийстве и помер. Так что, да, тут сейчас все не так у нас и плохо, господи, боже мой. А куда идти? Куда, мать твою, идти? У нас тут что-то вроде такого лабиринта, который заполнен разными врагами. А потом уже появляются новые враги, более неприятные, более противные. Ну, в общем, ты сам все увидишь. Так, а вот и второй уровень. Еще в игре есть элементы прокачки. Больше стрельбы и меньше перезарядки. Пули отскакивают от стен. Больше жидкости в нашей головешке. А головешка — это, по сути, наше ХП. Что ж, давай, наверное, пули отскакивают от стен. Почему бы и нет? Так. Отлично. О боже, я попал ему сразу в голову. Ты это вообще увидел? Шикарно, шикарно. Отлично. Так. Слушай, да, просто бежишь и стреляешь. Но это даже не интересно как-то. Так. Отлично. Так. Причем они какой-то с автонаводкой, я бы сказал. Так. Ох. Так. Еще один. Слушай, да, мы таким образом до третьего уровня дошли. Господи, боже мой, никогда до него не доходил. Шанс подожди, нет, меняет твое оружие на дробовик. Противники взрываются! И, в общем, вот это я не понимаю. То ли направление к нашему выходу, то ли еще что-то. Но противники взрываются звучит не так уж и плохо. Так, давай попробуем. Так, боже мой. О боже. Да, они действительно взрываются. Тю-тю-тю-тю-тю. Так, ну пока что новых противников я не вижу. Сзади никого нету. Господи, сколько вас там! Ты что ты делаешь? Пугаешь меня так. Так, пули действительно отскакивают. И работает, конечно, это все идеально. Мать твою, что ты делаешь? Так, ну, слушай, 3, 2. Да, надо уже идти на выход. Так. Тихо. Отлично, еще один. Больше ликвида в нашу копилочку жизни. Боже. Так, сразу убили за счет взрывов. Так, тихо. Отлично. Что тут? Конец уровня. Да, четвертый уровень. Я никогда не доходил до сюда. Ну, меньше замедляет, когда противник вас атакует. Замедляет пули противника. Или же делает вас быстрее. Но, слушай... Быстрее это неплохо, но при этом, я думаю, мы и умирать будем чаще, потому что будем ловить пули. Поэтому давай сделаем их более медленными. Мы, может, даже сможем от них как-то уворачиваться, кто знает. Так, ну что? Пойдем. О, ёлки-палки, что ж ты тут делаешь-то? Еще какой-то тут летает теперь дрон. Противный, неприятный и вообще... Господи, боже мой! Звуки всякие издает. Так, ну... Господи, боже мой. Что мне тут... с вами делать. Так, па-па-па-па, дрон. Отлично. Пока все хорошо. Кого? Что ты за... Я даже стесняюсь спросить, что это было. Стесняюсь спросить. Так, 3, 2. Та-т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 а. Боже мой, я не понимаю, что происходит на экране. Да, конечно, люди с эпилепсией. Я не знаю, как вам это играть. 3, 2, 1. Все. Боже мой. 3, 2, 1. Нет. Пока все спокойно. Все спокойно. Да. Так. 3, 3, 3, 2, 1. Ныряй.
Что нам взять? Towards the goal. Мне твое оружие на дробовик. Но он перезаряжается полгода. Зачем мне это надо? На, я не знаю. Слушай, давай, может быть... То есть ты быстрее движешься назад. Это не вперед, это именно назад. Слушай, ну, даже и не знаю. Может, дробовик попробовать нам? Посмотрим на него хотя бы. Ладно, давай посмотрим. Ну, я чувствую, что я тут сольюсь. Вот, ты увидишь. О, боже. Отлично, пока все хорошо. Пока все, мать твою, хорошо. Да хватит ты. Что вы делаете со мной, ребята? Три. Так. Отлично, отлично. Справляемся только за счет того, что у нас пули отскакивают. И это иногда меня спасает, так скажем. Боже мой. Тихо, тихо, тихо. Бежим. О, господи. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Что? Три, два. Так. Три. Боже. Тихо. Отлично. Да елки-палки. Я говорил, что с дробовиком я все-таки сольюсь. И это произошло. Так, ну что, мы начинаем с первого уровня. У нас откатились все наши улучшения. Это даже как-то грустно. Мне понравились отскакивающие пули, и противники взрываются довольно неплохо. Но зато мы немножко приноровились, и теперь мы даже как-то способны уворачиваться от них. Ну, на самом деле нет. Да, тут можно дашь использовать. Ну, в смысле... Можем скользить по земле, уворачиваться от пуль, но я этого, по сути, и не делаю практически. Что ж, так. Три, два. Пап-пап-пап-пап-пап-пап. Тихо. Отлично. Тихо. Так, это последний был противник, да? Да, последний. Что ж, конец. Быстрее перезарядка. Меняет ваше оружие на нож. Но это полный бред, я вам. Ну, хотя, давай попробуем. Попробуем этот... Это безумие. Попробуй безумие на вкус, называется. Хотя, мне кажется, далеко я с этим не пройду. А как у нас пули будут отскакивать, или... Как это вообще работает? Боже мой. Ну да, далеко мы не прошли с этим ножиком, но... Что ж. Зато попробовали, мать твою. Мне больше всего понравилось УЗИ, да и пистолет на самом деле играется очень даже неплохо. Если его немножко улучшить, то играется, я бы сказал, он даже шикарно. Так, тихо. Ух, какая у него голова-то знатная. Так, погоди, пап. Отлично. Слушай, ну в целом игра действительно очень даже неплохая. Учитывая, что она стоит 89 рублей и в ней есть какая-то прокачка персонажа, довольно бодрый геймплей, это очень даже неплохо. Reload faster. А, противники взрываются. Так, перезарядка, либо все-таки взрыв противников. Давай, может быть, перезарядку. Перезаряжаемся мы часто, а вот противники, я не скажу, что как-то нам нужно взрывать их. Да, они еще и не так часто рядом друг с другом находятся, поэтому, ну, не то чтобы это было бессмысленно, но все же не так круто, как та же перезарядка, боже мой. Так, там я никого не видел. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Да, вылезли из каких-то, мать твою, глубин. Так, правда, если честно, я не рассматривал, что у них вообще за головы. Ах, божечки. Так, ну что, мы почти, видимо, дошли до конца этого уровня, да. Фу, это третий у нас, или... Да, третий. Больше жизни, больше стрельбы и меньше перезарядки. Больше стрельбы. Хочу больше стрельбы. Тихо. Отлично. Пап-пап-пап-пап. Так, ну да, он стал вообще бодро-бодро стрелять. И... Да, тихо, дай мне попасть по тебе. Спасибо, божечки. Они как-то не особо шли мне навстречу. Так, три. Фу. Надеюсь, у нас на этот раз все будет спокойно. Пожалуйста, три, два, ну. Па. Так,
Дошли до конца. Есть. УЗИ, дробовик, либо замедляет вражеские пули. Но, как я говорил, мне нравится УЗИ, давай ее поэтому попробуем. Так, ну что ж. О, боже мой, что происходит? Что это? 3, 2. Так, надо было отскакивающие пули брать, но их не было. Их просто не было. Это машина. Их, понимаешь, было 6 этих дронов в одной комнате, маленькой и душной. Я даже не понял, что на меня налетело. Что это было? Что это был за ужас? Все, я не могу по тебе попасть, отстанет меня. Тихо. Так, мне кажется, я все-таки тут и умру. Судя по всему. Я не успеваю. Так, ну ладно. На первом уровне вроде бы по времени тут не сильно отнимается жизнь, поэтому, возможно, даже и пройдем. Уф, что ты делаешь? Так, ладно. Ох ты, какой ты противный, неприятный и вообще мерзкий. Так, 3, 2, да. Почти конец, я уже его вижу. Вижу и чувствую, ну, давай. Дробовик. Меньше замедления, когда вас трогают противники. Но я не хочу дробовик, он такой медленный. И вообще, ладно, дробовик все-таки. Что ж. Если бы было больше пуль, было бы неплохо, мать твою. Это, конечно, какая-то ересь, учитывая, что это обрез. Если у него будет больше, чем 2 патрона, но все же. Это не всегда удобно, понимаешь ли. Особенно в такой игре. Хотя, возможно, стоит просто приноровиться, боже мой. Так. Отлично, пока что все очень даже неплохо. Уф. Так. Слушай, да, я уже вижу его, ура. Мы дошли до конца. Отскакивающие, да, пули отскакивают. Рикошет, ура! Вот, другое дело. Вот это я понимаю. Так, тихо. Нас сзади, кажется... Мать твою, противники! Все. Так. Фу. Ну, пока что все очень даже неплохо. Так, не заставляй меня брать свои слова обратно. Ну, слушай, вообще идеально. Очень даже хорошо. Давай перезарядку. Да, больше стрельбы и меньше перезарядки. Вот это я понимаю. О, господи! Тихо. Хватит меня троллить. Стрёмные такие вы твари. Так. Так, отлично. О, боже. Во! Противная мерзкая хренотень. Что с тобой делать? Так, ну смотри, пока что у нас все очень даже неплохо. У нас дробовик, который... У которого отскакивают пули, и, в общем-то, это играется очень даже хорошо. Так, да. Отлично. Постой. Вот ты. Что ты будешь делать? Так. О, господи, что у тебя тут? Ну, явно не то, что мне нужно было. Так, давай еще раз выстрелим на всякий рикошет. Все-таки это дело тонкое. Так, конец уровня. Есть. Фу, противники взрываются. Или же... Противники взрываются. Ну, слушай, сейчас, учитывая, что они находятся часто все вместе, я думаю, взрыв противников не такой уж и плохой. Давай попробуем. Так, ну что? О, боже. Тихо. Боже, что происходит? Мать твою, что за безумие? Так, ладно, там летит дрон вдалеке, но нас он не интересует. О, боже. Так, ну пока все очень даже неплохо. Может быть, мы даже и пройдем куда-то далеко-далеко, кто знает. Так. Да получай ты, гадина такая. Господи, да что вы пищите-то так? У них какая-то еще ослепляющая атака. Либо это я что-то сделал. О, боже. Так,
Отлично. Тихо. Та-та-та-та. Да, как я говорил, вот в этом случае это, конечно, спасает. Взрыв противников, в смысле. Да, это тупик. Это тупик. Это тоже тупик. Куда мне бежать? Я не понимаю, куда мне бежать? Я что? Я просто потерялся. Я зашел в какой-то тупик и не понял, что мне делать дальше. Ну, в таком случае, я так понимаю, лучше иметь представление, куда мне идти на выход. Но, слушай, как я говорил, игра очень бодрая. И, господи боже мой, я умираю уже в начале первого уровня. Их было трое, и они меня решили все втроем изнасиловать. И, кажется, у них получилось. Да. Так, ладно. Что ж. Ууу, сколько вас? Ну. Слушай, давай посмотрим на этот раз, что у нас будет. И я надеюсь, это не дробовик. Хотя, не, в прошлый раз он был очень даже неплох. Со всеми этими рикошетами, со взрывающимися врагами. Очень даже хорошо. Интересно, а тут есть какая-то ракетница или пулемет? Ну, пистолет-пулемет тут есть, а вот что-то посерьезней. Может быть. А, ножик. Нет, я не хочу ножик, пожалуйста, только не ножик. Отскакивающиеся пули. Да, 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 да. Хотя это, по сути, рикошет. Так, погоди. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Все, все, все. Очень даже неплохо. Это что ты делаешь? О, слушай, а у меня жизни-то и нету особо. Так, а-па-па-па-па-па-па-па. Не тряси тут своими. Так, мы его убили же. Отлично. Так, ну пока что. Ёлы-палы. Да, мы идем к концу уровня. Вот он. Вот он. Смотри. Противники, которые взрываются. Да, давай противники, которые у нас будут взрываться. Пока что это все очень даже неплохо работает у нас. Поэтому почему бы и нет. Так, отлично. Ты что ты как близко ко мне подбегаешь-то? Не надо так близко подхвигать. Так, ладно. Вот ты ж, боже мой. О, так. Интересно, а тут коробки как-то можно открывать? Или они чисто как декор? То есть они в каких-то местах закрыты, но можно ли с них что-то поиметь? Да нет, кажется, он не ломается. Либо я чего-то не понимаю. Так. 3, 2. О, да, конец, давай. Что тут? УЗИ, хочу УЗИ. Конечно же хочу УЗИ. Как тут не хотеть? Хотя она куда слабее, чем пистолет, судя по всему. Да, я больше патронов трачу на убийство противника. И это очень заметно. Но, конечно, рикошета здесь куда больше. И когда много вот этих дронов, убивать их куда проще. Куда проще. Так. Господи, боже мой. Боюсь, я не смогу выставить этот ролик с плюс 18. О, господи. Ладно, ладно. Пойдем посмотрим, что вообще тут будет у нас. Так. Вот это ж, боже мой. Ну. Ты смотри на это. Так, ну, пока все очень даже хорошо. Мы дошли до конца уровня. Больше жизни, больше стрельбы, быстрее перезарядка. Слушай, больше жизни звучит как хорошая идея. Давай попробуем. Так, так, отлично, забегаем и начинаем все расстреливать, мать твою. Господи, боже мой, мне на секунду показалось, что у меня компьютер подвис. А может быть и вправду он подвис, кто знает. Так, вниз. Божечки. Что за безумие? 3, 2, 1. Да, саундтрек, кстати, тоже очень даже неплохой. Хотя, я не понял, тут один и тот же трек, который повторяется? Или все не так плохо, как я думаю? Опа-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 па. Да сколько вас там? Все. Вас должно было рикошетом задеть. Ну, вроде бы как должно было. Так, ладно. А вот и конец уровня.
Так, ну если бы не жизнь, я бы, думаю, не продержался там. Ладно, давай больше стрельбы. Больше. Так, во. Так, держите. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Рикошеты, рикошеты. Спасайте. Да, конечно, шутер очень-очень-очень бодрый. И это очень хорошо, потому что, блин, бодрый шутер — это очень классно. Особенно в таком очень даже любопытном, вырвиглазном стиле. Но, опять же, я думаю, не всем понравится, не все оценят. Возможно, только такие гурманы, как я. О, боже мой. Ну что ж. Эх. Не, ну слушай, прокачка есть, стрельба есть, противники интересные, довольно, да, интересные. Тоже есть. Поэтому почему бы и нет. Так, вот ты ж, мать твою. Да-то подожди ты! Да что ты будешь делать? Да, ты какая противная, неприятная штуковина. Ну, слушай, замедление патронов. Да, давай попробуем. И, кстати, судя по всему, это второй акт. А, нет, третий. Хрена себе мы тут прошли. Неплохо, неплохо. Так, ну, постой ты, мать твою, сколько вас там? А, они не умирают. Кажется, у них жизнь тоже прибавляется, потому что дроны раньше умирали с одного тычка. А тут им явно нужно больше. О, так, и, кстати, локация тоже поменялась. Теперь у них белая одежда, а раньше был черный смокинг. Но зато хочу сказать, что в белом смокинге они куда заметнее. Поэтому да, это даже хорошо. Это даже, мать твою, хорошо. Погоди. О, господи, о, господи. Мы убили эту хренотень. Боже, что это было? Это оглушающая граната или что? Так, давай, умирай, умирай, умирай. Умирайте все. Умрите. Так, ну, слушай. Боже. Давай, давай, давай. Ножик. Быстрая перезарядка. Замедление. На, давай перезарядку. Отлично. Теперь у нас какой-то непонятный то ли дом, то ли еще что-то. Красные стены. Ну, напоминает какую-то постройку из Fallout'а. Так. О, боже мой. Так, ладно, ладно, ладно. Три, два. Да ёлы-палы. Так, ладно, побежали, побежали вперед. Убиваем, стреляем. Я не понимаю, что происходит. Где враги? А, я ничего не видел. 204 убийства. Что ж, ну, это было, в принципе, очень даже неплохо. Что ж, а на этом все. И если вам понравилось видео, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких.